Последствия. Основано на реальных событиях. Роман. Эй, Джек, эти ящики не туда. В смысле? Их на парковку. А те, что с синей полосой, наверх. А, хорошо, извини, я не знал. Не волнуйся. Ты уволен. Кстати говоря, вечером тебя будет не хватать. Давай без сентиментальности. Без тебя нам будет скучно. Отвали. Сделай. Роман, закончились настилы на шестом этаже? Да. И на седьмом этаже должны закончить в ближайшие 3 часа. И с проблемой со ступенями в подвале. С ней мы тоже разобрались. И если начнем ограждение завтра утром, мы опередим график на 1 день. Иди домой. Почему? Ну, сегодня же прилетает твоя семья, да? Да, но они прилетают только поздно вечером. Ну и что? Иди домой, приготовься к их приезду. Встреть как положено. Я давно все приготовил, весь дом нарядил. Мэтт, ты не поверишь, я даже везде развесил гирлянды. Все же, лучше выехать пораньше. Вдруг пробки. Может, ты и прав. Конечно, я прав. А теперь давай, вали отсюда. И возьми завтра выходной. Проведи время с дочерью. Господи, ты скоро станешь дедом. Давай. Не вздумай завтра приходить. Я тебя знаю. А WSNY и WSNY HD Columbus? Счастливого Рождества от Сани 95. Fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way, bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open Нью-Йорк. Рейс 112 задерживается. Обратитесь на стойку информации. Номер 112 из Нью-Йорка. Просьба обратиться в службу информации аэропорта. Спасибо. Большое спасибо. О, простите, извините, извините, сэр. Спасибо за танец. Да. Слушаю, сэр. Я встречаю своих родных, но рейс задерживается. Хотел бы знать, насколько. AX-112. AX-112? Да, это рейс из Самары. С пересадкой во Франкфурте и Нью-Йорке. AX-112? Верно, да. Я уверен, что правильно записал. Пройдемте со мной. Спасибо. Удачи, сэр. Как вас зовут? Роман. Роман Мельник. У вас есть документы, мистер Мельник? Конечно. Ко мне летят жена и дочь. Их документы в порядке, заверены юристом, так что не должно быть проблем.
Я не сомневаюсь. Прошу сюда. Прошу вас, присядьте здесь. Хорошо, спасибо. Вам принести воды или что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Самолет что, прилетел раньше? В смысле, они уже здесь? Я не обладаю всей информацией. Это не в моей компетенции. Боюсь ошибиться. Вам все скажет сотрудник аэропорта. Хорошо. Роман Мельник. Где моя семья? Я Ева Сандерс, и я одна из контактных лиц, назначенных администрацией аэропорта. Я прошу вас собраться и выслушать то, что я вам скажу. С самолетом, на котором были ваша жена и дочь, произошел ужасный несчастный случай. Официального подтверждения еще нет, но вы должны понимать, что в подобных инцидентах маловероятно, что мы найдем кого-то из выживших. Это худшая новость, какую только можно услышать. Боже мой. Дочь была беременна. Алина поехала за ней, чтобы привезти сюда. Это адрес и контактный телефон, верны? Есть еще члены семьи, кого нужно проинформировать? Нет. Никого? Ни здесь, ни в вашей родной стране? Администрация организовала в соседнем отеле центр помощи семьям. Вы получите доступ к медицинской и психологической помощи и социальным услугам. Там же вам будут сообщать обо всех новых данных. Если захотите побыть один, там это тоже возможно. Нет. Я рекомендую вам сходить в центр помощи семьям завтра, когда придете в себя. Я оставлю вам свою почту, телефон и мой номер в департаменте. Пожалуйста, не стесняйтесь. Звоните мне. Да. Он уже уснул. Знаешь, когда я был маленьким, у меня был плюшевый мишка. Его звали Измаил. Измаил? Да. Странное имя для медведя. Во все поездки я всегда брал его с собой. Я очень плохо засыпал. Это продолжалось очень долго.
Насколько долго? Пока не встретил меня в 24. Я не знаю. Ты не можешь заснуть без меня. Да, это так. Я даже не знаю. Что? Вот кто я для тебя. Жалкая замена твоего Измаила. Эй, быть заменой Измаила — большая честь. Измаил был для меня всем. Ты занимался сексом с Измаилом? Я опаздываю на работу. Семь пять семь четыре. Поверните направо, направо, 26. Принято направо, направо. Привет. Привет. После этой дряни будешь бегать в туалет. Да? Я буду думать о тебе в туалете, если хочешь. Нет. Спасибо. Теперь я буду вспоминать твою буйную фантазию, но я тебя предупредил. Что у нас тут? Пойду перекушу. Взять тебе что-нибудь? Нет, не хочу, спасибо. Я посадил последнее, у меня все чисто. Канада 826, прошу разрешения подняться на высоту 3300. Канада 826, разрешаю подняться на высоту 3300. Спасибо, Коламбус, доброй ночи. Привет. Привет. NA-1979. Спуститесь на высоту 3.0. NA-1979. Спускаюсь на 3.0. Конец связи. Что вы делаете? Провожу профилактику телефонных линий. Включу безопасный режим, но должно работать. Сигнал может быть слегка слабый, всего на 5-6 минут. Вышка Си, добрый вечер. DAX-112. Летим к CMH в Коламбус. Запрашиваю разрешение спуститься до 10 тысяч футов. Принято, AX-112. Ждите подтверждения. Принято. Эй, Джейкоб, где Томас? Отошел? Что там? Внеплановый рейс. EF-135. Изменил маршрут из-за плохой погоды. Летит в Питтсбург. Спасибо. Сообщим об изменениях. Соедините меня с аэропортом Питтсбурга. Алло. AX-112. Разрешаю спуск на высоту 1.0. Спасибо. Принято. Спасибо. Спускаюсь на 10 тысяч футов. CMH, Коламбус. Это DH-616. Как слышите? Аэробус EF-135. Говорит вышка Си. EF-135, добрый вечер. У меня тут проблема с телефонной линией. Я не могу связаться с Питтсбургом. CMH Коламбус, это DH-616. Система отказ говорит, что нужно снижаться. Повторяю, система отказ говорит снижаться. Как слышите? Вышка, это DH-616. Как слышите? Аэробус EF-135. Свяжитесь с аэропортом напрямую. Повторяю, свяжитесь с аэропортом Питтсбурга. Без проблем, CMH Коламбус. Мы свяжемся с Питтсбургом напрямую. Конец связи. AX-112, спускайтесь и оставайтесь на высоте 6.0. Спускайтесь на 6 тысяч футов, как слышите? AX-112, спускайтесь на 6 тысяч футов. Вышка, мы не получили подтверждения от вас, но мы спускаемся на 6 тысяч футов. Вот чертов телефон. EF-135, мы связались с аэропортом. Все в порядке, посадка подтверждена. EF-135, это вышка Си. Принято. AX-112, AX-112. AX-112, вы слышите? AX-112, вы слышите? AX-112.
Давай, Джек, присядь. Два самолета столкнулись в воздухе на большой высоте. Судя по всему, обломки упали в нескольких милях на запад от 18-го. Навряд ли там кто-нибудь выжил. Сколько погибло? Не знаю. Сколько человек было в самолетах? Мы не знаем, Джейк. О, боже мой, сколько человек погибло? Джейк, послушай меня. Джейк, послушай, мы не знаем, что произошло. Джейк, успокойся. Никто тебя ни в чем не обвиняет. Я ничего не сделал! Мы понимаем, Джейк. Никто не говорит, что ты что-то сделал. Мы пытаемся выяснить, что произошло. Возьми себя в руки, и мы во всем с тобой разберемся. Слышишь, Джейк? Никто тебя ни в чем не обвиняет. Мы просто проводим расследование, и нам нужна твоя помощь. Ты нужен нам. Очень важно, чтобы ты взял себя в руки, хорошо? Добро пожаловать домой, Надя. Пройдемся еще раз, шаг за шагом, хорошо? Ты прибыл в диспетчерскую в 22:00 и сел за свой пульт. Примерно в 22:20 ты отошел за чашкой кофе. Вернулся 5 минут спустя. В 22:25 Томас сказал тебе, что сделает перерыв и покинул свой пульт. В 22:30 рейс AX-112 запросил разрешение на спуск до 10 тысяч футов. В 22:33 два техника вошли в диспетчерскую провести профилактику телефонных линий. Вы не чувствовали признаков усталости? Ты сел за пульт Томаса, чтобы связаться с другим рейсом. Я уверен, у вас не было злобы. Постарайтесь вспомнить все мельчайшие подробности. Ты позвонил в Питтсбург, но телефонная линия не работала. Тем временем рейс AX-112 подтвердил новую высоту. Привет, я задержусь. Заберу Сэмюэла. Перезвони мне. Звонила моя сестра. Слышала что-то. Можешь перезвонить? Джейк, прошу, перезвони мне. В 22:45 ты связался с аэробусом и сказал им общаться напрямую с аэропортом. Без своих наушников ты не слышал предупреждения рейса DH-616 о том, что они собираются снижаться. Джейк, ни с кем не разговаривайте. Не отвечайте на звонки, не выходите из дома, никуда не ходите. Мы продолжим завтра. Все ясно? Джейк, не падайте духом. Членов экипажа, 175 граждан Америки, 38 Германии, 37 России, 18 Франции, 2 серба и 1 испанец. Обе авиакомпании выпустили совместное заявление, сожалея о случившемся. 271 человек погиб в авиакатастрофе. Чтобы выяснить, что произошло.
наш корреспондент Йоланда Кэрс присоединяется к нам в прямом эфире с места крушения. Йоланда? Мы находимся сейчас на месте этой трагической катастрофы. Да. Мистер Мельник, это Ева Сандерс. Мы разговаривали вчера. Как вы себя чувствуете? Нормально. Вам удалось поспать? Вы хоть немного отдохнули? Да. Хорошо. Как я и сказала, вам смогут помочь, если вы приедете в центр помощи семьям. Если вы не против, я пришлю за вами машину. Здравствуйте, вы пришли помочь? Да. Среди жертв были ваши родственники или друзья? Нет. У вас есть документы? Конечно. Хорошо, мистер Фокс. Вы когда-нибудь участвовали в подобном? Помогали разбирать обломки или работали с жертвами? Да. Хорошо, прошу вас, прочитайте и заполните. Ждите у машины, я подойду. Спасибо. Так, а вы с ним? Да. Можно ваши документы? Да, хорошо. Будьте добры, идите с другом, прочитайте, заполните. Ждите у машины, я принесу вам оборудование. Надя! 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 Дочь!
Милый, почему ты гуляешь здесь один? Где папа? Я не знаю. Я с утра папу не видел. Идем. Он в доме? Убийца. Мельник. Мужик, подъем. Давай, не заставляй меня снова вызывать полицию. Извини, но когда ты здесь ночуешь, у меня неприятности. Так что давай. Идем. Идем. Пожалуй, было бы неправильно искать кого-то одного виновного, поскольку то, что произошло, намного сложнее, чем кажется. Папа? В диспетчерской вышке находился всего один авиадиспетчер, управлявший воздушным пространством. Что ты здесь делаешь? Я смотрю телевизор. Во-вторых, система... Не спалось. Как... Тебе тоже не спится? Я выспался. Мне есть хочется. Приготовим завтрак. Знаешь... Я тоже голоден. И российский пилот принял решение Идем. Следовать этим указаниям. Кто те люди, которые напрямую замешаны в описанных нами событиях? Давайте начнем с диспетчерской. Джейк Бананас и Томас Фитнес. После анализа всей информации из черных ящиков, показаний всех участников событий, улик, найденных на месте нарушения и всех прочих данных, доступных в прессе, можно прийти к некоторым выводам. Будет неправильно. Понюхай. Сказать кого-то одного виновного. Поскольку то, что произошло в этот судьбоносный день, было... Зеленый чили, уксус, чеснок, тимьян. Люблю тимьян. Джейк, мы же договорились. Опять новости. Доброе утро, мама. Доброе утро, Кристина. Доброе утро, милый. Ты сегодня рано. Есть хочешь? Вот так. Готово. Налетай. Она сырая. Эй, что ты делаешь? Она сырая. Кристина, что ты делаешь? Джейк, отпусти. Кристина, Кристина. Джейк, отпусти, дай. Что ты делаешь, Джейк, Кристина? Отпусти. Черт побери. Она просто выскользнула. Все хорошо. Прекрати. Делай, что хочешь, но мальчика нашего огради от всего этого. О чем ты? Мы готовили завтрак. Иди в кровать. Идем. Хватит. Идем. Перестань, хватит. Кристина, сейчас же вернись. Классно. Я люблю вас. И мы тебя.
Мистер Мельник. Мистер Мельник. Меня зовут Тесса Корбит, я журналист. Я знаю, что вы дома. Я не хочу вас беспокоить. Я пришла, чтобы поделиться с вами моими статьями. Я пишу книгу про катастрофу и хотела бы задать вам пару вопросов. Из моих статей вы поймете, что я стараюсь правдиво и уважительно излагать факты. Взгляните при случае. Мне интересно ваше мнение. Роман, ты не отвечаешь на мои звонки, и я решил заехать. Нет, извини, но мой дом сейчас в ужасном состоянии. Ты еще не видел мой. Да, моя жена приготовила тефтели и настояла, чтобы я завез их тебе. Она делает их с грибами, просто обалденные. Как работа? По-прежнему. Все, конечно, идет намного медленнее без тебя. А я не имел в виду ничего такого. Вернешься, когда будешь готов. Ну как ты? Тебе уже лучше? Нет. Да, лучше. Немного. Просто нужно со стольким разобраться, прийти как-то в себя. Конечно. Я должен вернуться к работе. Но мне нужно время. Я еще не готов. Знаешь что, не спеши, Роман. Наверное, нужно реже бывать на кладбище. Единственное, что Надя и Алина там. И не могут уйти. Поэтому я навещаю их. Они не могут уйти. Не могут. Конечно, с другой стороны, я должен разобраться с делами здесь. Навести порядок. Прости. Я должен заняться делами. Так что я должен... Я пойду, извини, я должен идти. Да, я тебя понимаю. Береги себя. Конечно, я люблю тебя, Джейк. Так будет лучше для Сэмюэла. И для нас, и... Надеюсь, так будет лучше для тебя. Где сейчас Сэмюэл? У моей сестры, ты забыл? Я даже не могу попрощаться с ним. Не нужно с ним прощаться. Ты можешь видеться с ним, тебе незачем прощаться. Что ты ему сказала об этом? Я сказала ему, что мы проведем пару дней у его тети.
Кристина, он любит возиться с собакой и кошками, он... Он этого не поймет. Поймет. Не сразу, но... Рано или поздно. У него все будет хорошо. Джейк, я думаю, тебе нужно время, чтобы прийти в себя. Потому что если и дальше так жить, мы будем мучить друг друга и... Можем дойти до того момента, когда ничего уже не исправить. Мы сделаем это для Сэмюэла и для нас. Хорошо? Да, для Сэмюэля. Этот сделан на заводе Спрингфилд. 12-зарядный. $674. Билеты 3,2 дюйма. 11-зарядные будут стоить вам $575. Так, две модели Smith & Wesson в наличии. Черный M&P. 9-зарядный обойдется вам в $560. И Airwade. 38-го калибра. У него классический вид и ствол из нержавейки. Он будет стоить $436. Самая дешевая модель — это High Point. 9 миллиметров. $199. К нему бесплатный ножик. Нормально, спасибо. Если вы не против, я перейду прямо к делу. Это не займет много времени. Да, конечно. Дата суда еще не назначена. Нужно подождать. Но, уверяю вас, руководство предоставит вам полное юридическое сопровождение. Ну и позаботимся о тебе. Я уже второй раз это предлагаю. Мы считаем, что тебе не помешает психологическая помощь. Я знаю, что Кристина с нами согласна. Да уж. Что касается работы, есть несколько вариантов. Можешь остаться здесь на административной работе. Даже не знаю. Можем предложить тебе другую возможность. Конечно, если тебе интересно, но выходное пособие, которое мы предлагаем, будет очень солидным. Руководство всегда думает о том, что лучше для работника. Но... В твоем конкретном случае, ради твоей безопасности, в твоих собственных интересах было бы лучше попытаться что-то изменить. Радикально изменить. Безопаснее всего не просто сменить работу, а сменить город, другой дом, другое имя.
другая жизнь. Ничего, ничего страшного. Но моя... моя жена здесь, моя семья. Я не могу. Мы не можем просто уехать отсюда. Это вполне возможно был бы самый безопасный вариант для вас и вашей семьи. Вам действительно стоит обдумать то, что мы вам предлагаем. Подумайте о том, что будет лучше для ваших родных. Слушай, дай мне знать, когда он перезвонит, хорошо? Хорошо, он уже должен был перезвонить. Мистер Мельник, кажется, вы не знакомы с юристами, представляющими авиакомпании. Джон и Джеймс Галлик. Простите за ожидание. Слишком много встреч с семьями жертв в последнее время. Ничего. Замечу, что большинство прошли плодотворно. Мы заключаем соглашение, и для этого мы сегодня здесь. Достичь соглашения. Мистер Мельник, вы единственный, кто решил судиться с компанией самостоятельно, без адвоката и без обращения в одно из объединений жертв катастроф. И я хочу, чтобы вы знали, что мы вас уважаем. И это ваше законное право. Наше предложение будет точно таким же. Джеймс? Мистер Мельник, это шаблон соглашения, который мы предлагаем семьям жертв. Я бы хотел просто... Это договор между вами и авиакомпанией, по которому вы соглашаетесь отозвать все претензии и иски к компании. В ответ компания возьмет на себя все расходы на похороны вашей семьи и на медицинскую и психологическую помощь, которая вам может потребоваться. Компания также согласна выплатить вам урон в сумме $75 000 за смерть вашей дочери и $85 000 за вашу жену. $160 000 в сумме. Я хочу просто... И мы добавили несколько пунктов в контракт. Например, вы получите статус VIP-клиента от авиакомпании нашей группы. Вы сможете воспользоваться множеством преимуществ. Я советую лучше ознакомиться с этими деталями, они четко обозначены в контракте. Я хочу, чтобы кто-нибудь сказал, что сожалеет, что убил мою семью. И чтобы компания извинилась. Мистер Мельник, я постараюсь объяснить вам немного проще. Если вы не подпишете этот контракт, скорее всего, вы не получите ни единого цента. Ясно? $160 000 – это большие деньги. Человек в вашем положении не должен отвергать такое предложение. Вот фотография. Вы не посмотрели. Взгляните. Смотрите! Где ваши мысли сейчас? Все еще не можете вступить в контакт с семьей? Все еще задумчивы? Давайте сегодня сосредоточимся на положительных эмоциях за эту неделю. Простите, я просто надеялся, что вы продлите мне мой рецепт. На тех моментах, когда вы чувствуете покой. А? Может, когда вы делаете что-то приятное? А? Пусть это неловко, но зато вам хорошо. Подумайте о ежедневной рутине. Дома, куда вы ходите, о тех, кого часто встречаете. Мне, правда, нужен только рецепт. Прогулка, телепрограмма, разговор с другом. Слушайте,
Я не чувствую радости от прогулок, или еды, или встреч с кем-то, или разговоров. Дайте мне чертовы таблетки, пожалуйста. Или я пойду в город и ограблю поганую аптеку. Джейк Бананас. Ошибка авиадиспетчера. Джейк Бананас призван виновным. Волонтеры разбирают обломки после столкновения самолетов в воздухе. Фатальное столкновение. Кто виноват, пилот или авиадиспетчер? Спустя. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вечная жизнь, о которой говорил Матфей, это чувство, что наши любимые находятся где-то еще, в лучшем из миров. Это чувство должно преобладать в такие дни, как сегодня. Год назад произошло трагическое событие. Многие жизни были утрачены. Несправедливо, необъяснимо и неожиданно. Но сегодня души утраченных нами людей пребывают в другом мире, смотрят на нас, и они видят, что в такие дни, как сегодня, мы вспоминаем их и воздаем им должное. И чтобы сохранить эту память, чтобы укоренить ее внутри нас и в этом самом месте, сегодня мы открываем этот памятник, этот
мемориал всем жертвам. Роман Мельник. Я Эндрю Берг. Я потерял жену и ее родителей в катастрофе. Я соболезную. Я читал историю в газете про колье вашей дочери. Я рад, что они вдохновились им для создания памятника. Вам нравится? Да. Что вы... Я не знаю, что делать. Я просыпаюсь утром и не знаю, что делать. Не в смысле, что я не знаю, что делать весь день, а я не знаю, что делать в ближайший час, в ближайшую минуту. Я простите, я слишком откровенен. Ничего. Продолжайте. Порой я стараюсь о чем-нибудь думать, чтобы отвлечься. Просто стараюсь думать о чем-то другом. Но я быстро обо всем забываю и ничего не делаю. Я просто сижу дома и не знаю, что делать мне. Это будет нелегко. Но рано или поздно вы найдете что-то, что поможет жить дальше. Вы думаете? Я это знаю. Наберитесь терпения. Его-то мне не хватает. Вы справились с этим? Бывали в Канкуне? Пэт Дилберт. Нет. Это замечательное место на севере полуострова Юкатан. Скажите, вам было бы это как-то интересно? Да. Да. Да? Хорошо. Круизный лайнер отправляется из Флориды и пойдет прямо туда. Если дадите мне информацию, я все просчитаю. Как дела? Хорошо. Давай, перерыв. Нет, я хочу закончить эту сторону сегодня. Но я уже открыл, так что? Спасибо. О, да. Оплата за неделю. Нет, пока не закончу. Ты отлично поработал. Спасибо. Если бы мне еще нравился забор, который выбрала моя жена. Помогите мне найти его.
Пэт, это Тесса. Я знаю, прошло много времени. Я приеду к вам в город. Мы можем где-нибудь встретиться? Книга закончена. На следующей неделе сдаю на верстку. Но если вы захотите что-нибудь добавить, почту за честь. Я не прошу вас ни о каких подробностях. Никакого интервью или фотографий. Я просто даю вам шанс высказаться. Добавить какой-то комментарий. Но можете ничего не говорить, если не хотите. Знаете, Порой я ставлю себя на их место. На место семей. И думаю про своего сына. Про мою жену. И мне страшно до смерти. Это душераздирающе. Что я могу сказать? Я... Знаете... Я хочу, чтобы эта боль внутри меня исчезла. Так что скажите им. Я неплохой человек. Да? Ну все, увидимся. До понедельника. Хороших выходных, Пэт. И тебе. Он выставил дом на продажу и переехал в другой штат. Работает в туристическом агентстве неподалеку от новой квартиры. Какой у него адрес? Не знаю, стоит ли вам его давать. Почему? Использовать эту информацию нужно правильно. Нет никакого правильно или неправильно. Все гораздо сложнее. Я же сказал, я хочу взглянуть ему в глаза, показать фотографию моей семьи. Хочу, чтобы он извинился. Никто не выразил сожаления. Никто. Пэт Дилберт. Пэт Дилберт. Теперь его зовут Пэт Дилберт. Спасибо вам. Прощайте.
Гилберт дома? Конечно, это я. Мы на все выходные к тебе. Я знаю, приятель, я знаю. Привет. Привет. Я рад, что вы здесь. Ну что ж, давайте вещи. Он всю дорогу учил эту фразу. Да? Ну что ж, отлично вышло. Вы намного раньше, чем я думал. Да, мы очень спешили. О, но... Со мной сегодня ехал гонщик Спиди. Я приготовлю ужин, а вы располагайтесь как дома. Ага. Ну что ж. И как ты ему объяснила, кто такой Пэт Дилберт? Я сказала ему, это как Кларк Кент или Брюс Уэйн. Имя, которое ты всем говоришь, чтобы никто не знал, что ты супергерой. Значит, я Супер Джейк. Сначала он сказал это глупо, но решил, что это забавно. Да. И как ты себя чувствуешь? Честно? Одиноко. Все это место кажется неестественным. Знаешь, бывает, что я просыпаюсь, и мне кажется, что стало лучше, но на следующее утро встаю, и кажется, что все стало хуже. Знаешь, нужно просто время. Переезжай сюда. Брось работу и переезжайте с Сэмюэлем. Это отличное место для нас, чтобы начать все сначала. Мы будем супергероями. Я думаю, нам не стоит так спешить. Я думаю, так будет лучше. Да, да. Конечно. Я приготовил вам постель. Я сегодня посплю на диване. Что? Я думал, план такой. Я... Вообще-то, мой план был такой, что мы поместимся в одну постель. Хорошо. Тогда твой план будет и моим планом. Хорошо.
Все зависит от этой карты. 4. О, я выиграл. Ой, нет, нет. Он сделал нас. Молодец, приятель. Отлично. Давайте еще раз. Еще раз? Уже поздно. Пожалуйста. Хорошо, но только по-быстрому идет. Да. Я принесу еще. Знаешь что? Пока твой папа ушел, надень пижаму. Хорошо. Давай. Почисть зубы и спать. Да? Вам помочь? Взгляни на фотографию. Это моя семья. Что вы? Послушайте, вы не можете вот так являться ко мне, понятно? Посмотри. Я вижу, но моя семья здесь, ясно? Ты убил их. Я вызову полицию, если не уйдете. Ко мне приехал сын. Ты должен извиниться, ты убил их. Это был несчастный случай, ясно? Слышите, что вы вытворяете? Вы не имеете права заявляться сюда. Вы совсем спятили? Я вызову полицию. Проваливайте. Какого черта? Уходите. Это несчастный случай. Я никого не убивал. Вы с ума сошли? Сейчас же уходите. Вы что, спятили? Проваливайте, или я вызову полицию. Не бойся, Надя. Нет.
не знал, что новая жизнь недаром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим будущим подвигом. Но тут уж начинается новая история. История обновления человека. История постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой. Роман, посетите. Они согласны пересмотреть приговор и учесть смягчающие обстоятельства, представленные нами. Честно говоря, я не ожидал, что они так существенно уменьшат срок. Прошло 10 лет, и ты выйдешь по УДО через 4 месяца. Нужно ходить к психиатру 3 раза в неделю, он будет писать ежемесячные отчеты о прогрессе. Если будешь ходить на все сеансы, и отчеты будут хорошими, в тюрьму возвращаться не придется. Здравствуйте. Вам помочь? А, извините, я ищу тут выход. Я заблудился. Он вон там. Повернете направо. Я провожу. Правда? Да, я все равно иду туда. Идем. Спасибо. Я никогда здесь не был. А я последний раз был здесь 11 лет назад. Давно. Угу. Все в точности такое же. Ничего не изменилось с того времени. Те же деревья, тот же запах тимьяна. Все то же. Это не тимьян, это чабр. Да? А пахнет, как тимьян. Но это не он. У вас здесь родные? Нет. Мой отец похоронен не здесь.
Когда я за вами следил, я не знал, когда лучше к вам подойти. Не мог выбрать место. Но когда увидел, как вы садитесь на этот автобус, я понял, что вы едете сюда и решил покончить с этим прямо здесь. Стойте. Повернитесь. Стреляйте. Вы же за этим пришли. Я понимаю. Я хочу, чтобы вы знали. Я очень жалею. Я сожалею о том, что сделал. Я бы мог. Но я не убью вас. Меня воспитали иначе. Уходите, пожалуйста. Хорошо. Прости. Режиссер Элиот Лестер. Продюсеры Скотт Франклин, Рэндалл Эммет, Эрик Уотсон, Джордж Фурла, Питер Дилберт, Арнольд Шварценеггер и Даррен Аронофски. Оператор Питер Вермеер. Композитор Марк Тодд. В главных ролях Арнольд Шварценеггер, Скотт МакНейри и Мэгги Грейс. Последствия. В фильме снимались Джуда Нельсон, Глен Маршауэр, Ханна Уэр, Мо МакРей, Мартин Донован и другие. Кинокомпании Highland Film Group и Эммет Фурла Oasis Films представляют. Производство Эммет Фурла Oasis Films, Protozoa Pictures и Oak Productions.
совместно с Head and Code Productions Limited. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Люксор Дистрибьюшн» в 2017 году.